Всем хай, Пандора на связи, и вы, как всегда, ребятки, на моем канале, и в этом видео я стала грудным маленьким ребенком, и в этом видео я буду пытаться найти себе маму, и постараюсь ее как бы ограбить, пранкануть, в общем, что уже получится, то и будет. В общем, досматривайте этот видосик до конца, обещаю, будет очень круто и интересно. Ну и сразу же влупите лайкосик на этот видосик, мне будет очень-очень приятно. Ну и кто еще, не дай бог, ребят, не подписан на мой YouTube канал, то обязательно подписывайтесь. Итак, в общем, я уже написала в чат, что я ищу маму. Мне уже, кстати, кто-то написал «я». Так, хорошо. А дом, подождите, какой? Да, вот, смотрите, мне написали «я». А, подождите, ребят, дом 24 мне написали. Все, давайте тогда телепортируемся сразу же туда. 24-й дом. Вот он. Отличненько. Заходим. Вот такая вот у нас мама. Посмотрите, у нее тоже дом подписан «мама». Я тут. Смотрите, там какой-то движ. Опа, там есть еще один ребенок. Это будет очень весело, ребята. Я здесь. О, смотрите, мама, какая у нас такая эстетик. Эстетик. О, привет, привет. Ой, ну, я, конечно, не особо люблю, когда вот так вот пишут, корлявят слова. Ну, ладно, тоже так напишем. Но вообще, меня это немного бесит. Лучше просто написать привет, чем привет. Не знаю, как вам, но мне как-то вот так вот. Это как-то, знаете, как-то смешно смотрится. И читать. Ты моя сестренка. Да, я твоя сестренка, как видишь. Как видишь, что да, а ты моя. Все отлично. Мы тут с тобой, надеюсь, подружимся. Хотя нет, я вообще-то собираюсь тебя пранковать. Я не собираюсь с тобой сюсюкаться. Я буду тебя пранковать. Давайте подпишем рандомное имя. Алиска, например. Вот. И покрасим имя в розовый цвет. Это, к примеру, имя. Вот, на рандом, да? Отличненько. Все, подписалась. А она, получается, у нас Ами. И вот такая вот у меня мама. Мама Ксюша, не поняла, а куда она делась? Подождите, а куда она пропала? Алло, а где она делась? Нет, ребята, в смысле, мне такое не нравится вообще. Я собиралась пранковать эту мелочь пузатую. Я собиралась ее пранковать. Вот серьезно вам говорю. Я хотела как-то ее попранковать, пораздражать, и, в общем, побесить ее немного. Но что-то, ребят, пошло не по плану, и она вышла. Может, она сейчас зайдет. Может, она с мамой этой в друзьях, например, и она сейчас зайдет. В общем, не знаю. Кстати, кто я, ребят, еще не подписан на мой телеграм-канал, там я снимаю видео с подписчиками, то обязательно подписывайтесь. Ссылочка на него будет в описании под этим видео. Вот я, кстати, не пойму, где моя сестра. Она или же вылетела из-за интернета, или же просто куда-то телепортнулась. Хотя я думаю, что она вышла почему-то. Не знаю, почему-то она так резко вылетела как будто. Ну, короче, ребят, не знаю. Мама, видимо, вот, смотрите, тоже говорит, что она не знает. Ну, в общем, давайте тогда будем сейчас играть с этой мамой. Буду стараться ее как-то бесить. Ну, что ли, давайте сейчас пока что вот так вот по комнате побегаем. Может, ее будет это бесить. Я когда себе когда-то брала ребенка, ребят, то меня это как-то, знаете, бесило, когда вот так вот дети бегают по всему дому, как будто, знаете, у них в жопе шило. Ну, короче, вы поняли. Хорошо, ну давайте напишем кушать, что мы хотим, а потом уже будем сейчас разыгрываться. Сейчас нам нужно влиться в доверие, что мы такие, типа, хорошие, миленькие, вообще лучше нас нету. В общем, но на самом деле мы будем такие агро, в общем, вы поняли, и будем раздражать эту маму. Ну, давай, еду давай мне, пожалуйста. О, дает мне какую-то, ребят, бутылку. Ну, хорошо. Ну, давайте, садимся, что ли. Конечно, это не особо еда классная. Ребят, к нам кто-то пришел там. Подождите, к нам кто-то пришел. А, ребят, это мои подписчики пришли. В чате написали «Пандора». О-а-о-а. Короче, это мои подписчики. Хорошо, сейчас мы посидим, допьем молоко, знаете, чтобы мама не агрилась. И все-таки давайте выйдем. Опа, подождите, дом закрыла. Дом-то закрыла, ё-моё. Да, ребята, смотрите, подписчики просят фото. Отлично, телепортируемся. И сейчас мне нужно обязательно с ними сфоткаться, потому что я в фотографиях никогда не отказываю. Так, все, зайки, привет, привет. Давайте я сейчас одену свой скин. Так, ну все, вроде тот сохранен, да, он сохранен, малышка, и все, отлично, теперь я одеваю свой, и сейчас буду фоткаться с любимыми подписчиками. Короче, ребят, там мама, к сожалению, вылетела потом, и, естественно, я буду искать другую, на том сервере особо мало было людей, поэтому я сфоткалась с подписчиками и перешла на другой сервер, и сейчас здесь давайте ищем маму, я уже написала в чат, отлично, и будем сейчас ждать ответа, надеюсь, хотя бы кто-то откликнется. Там, ребят, кстати, кот какой-то по дороге ползет, рыжий, посмотрите. Ну ладно, хорошо, проехали. Так, ну, я надеюсь, мне быстро, ребят, ответят. Так, ну-ка, ну-ка.
Там в чате, конечно, вообще трэш какой-то происходит, гость делаем ребенка и так далее. Хорошо, понятно. Вы, ребят, пишите в комментариях, что у вас происходит в чате. Смотрите, пока что никто не отвечает, но я надеюсь, что та семья все-таки меня возьмет. Давайте допишем, что я еще грудная, может быть, так меня точно уже возьмут. И давайте напишем еще раз, еще маму пиши я, все, отлично. Ну что, о, ребят, смотрите, мне написали я, отличненько, отличненько. Давайте напишем дом, какой дом, куда мне приходить, в принципе-то, или же меня заберут возле фонтана. В общем, давайте, ждем, пока нам ответят. О, ребят, дом 5, отлично, это у нас получается мотель. Давайте, хорошо, идем. Конечно, тут не очень удобно жить с ребенком, ну ладно. Ну, в принципе, там можно поставить детские вещи. Короче, вот, я приехала. Все, ребят, смотрите, все окна закрыты. Короче, ладно. Ну, я тут, давайте напишем. Давайте позвоним в звоночек. Ой-ой-ой-ой-ой, господи, ребят, я испугалась. Капец какой-то, почему они такие стрёмные? Так, у нее тут, видимо, парень какой-то. Ну, парень еще ничего, ну, что ты в крови, господи. Капец какой-то. Я, если честно, не особо люблю такие скины. Ну, понятное дело, это не на любителя. Я никого не осуждаю ни в коем случае. Но это, конечно, на любителя такие скины. Вот, ну, я зашла. Что, в принципе, ставьте детские вещи. Или же куда мы пойдем? Может, в дом как бы мы переедем? Потому что... О, ребят, меня берут на руки. Интересно, конечно, куда меня понесут? Не поняла. Меня уже выкидывают, что ли? Я не поняла. Куда мы идем? Подождите. Куда он телепортировался? Ладно, хорошо. Она, наверное, дом... А, ребята, она дом убрала. Наверное, мы сейчас, может... А, мы дом поменяем. А, ну хорошо, слушай, да, согласна. Потому что в этой халупе жить как бы не особо хочется. Поэтому, ну вот это вот уже, знаете, домик получше. Получше, конечно, ну хорошо. Я надеюсь, вы детские вещи там поставите, да, как бы мне. Потому что я как бы маленький ребеночек, да. Короче, ребят, надеюсь, у меня получится пранкнуть эту семейку. Они, конечно, такие, видно, агро какие-то. Ну, по скинам, по крайней мере, как-то так понятно, не знаю. Все, давай ставь детские вещи, пожалуйста, я жду. Ну-ка. Вы что, не можете понять, где детские вещи ставятся или что? Поставьте, пожалуйста, детские вещи. Я не могу без них, я же ребенок. О, ребят, смотрите, мне поставили, отлично. Супер, ну, в принципе, ребята, я считаю, что можно уже потихонечку придумывать план. Но, конечно же, я не буду с самого начала уже грабить, пранковать и так далее. Нужно, естественно, влиться в доверие, чтобы на нас не думали и сразу же нас из дома не забанили. Поэтому нужно сначала влиться в доверие. Мы, типа, вот, смотрите, играем в игрушечки, да, вот. В этом корыце, вы поняли, в общем. Хорошо, и сейчас мы типа такие вот милашки, да, вообще ничего плохого не делаем. Давайте вот сейчас покричим. Вя, конечно, меня это так тоже бесит, когда так кричат дети. Ну, короче, я считаю, что это просто смешно очень. Хорошо, давайте сейчас просто пораздражаем вот так, вот таким вот методом, вот так вот. Просто сейчас покричим. Маме вообще пофиг, смотрите, она лежит на диване, смотрит телевизор и вообще как-то, знаете, насрать, что ребенок орет. Ну ладно, хорошо. Вот все с вами понятно. Вот все с вами серьезно понятно. Ну, хотя бы подошли уже. Спасибо большое. Давайте поплачем немного, знаете, подавим на жалость, что ли. Давайте напишем, что мы хотим кушать. Пускай мне готовят еду или что она мне там будет давать. Бутылку, как обычно, да? Ну, короче, в общем, да. О, ребят, меня берут на руки, ну давайте, что ли, надеюсь, она меня из дома не выгонит, ну, хотя нет, сомневаюсь. Так, она меня принесла к этому стульчику, давайте садимся, а нет, стоп, давайте сейчас мы уберем эту анимацию для начала, потому что я плачу, как бы, все, давайте садимся, так, не поняла, садимся, говорю, так, ладно, хорошо, так, она что-то там готовит, она... О, ребят, она мне дает бутылочку с молоком. Ну, хорошо. Там папаша кого-то уже, ребят, забанил. Вы видели вообще? Кто-то уже к нам хотел прийти. А вдруг то моя подписчица. Ее забанили. Капец. Так, хорошо. Мне дали, короче, еду, ребят. В общем, да. Я, типа, сейчас ем. Ну, давайте напишем. Можно мне в игровую пойти потом поиграть? Игровая находится, ребятки, внизу. Вкусно. Давайте напишем нет. Вообще невкусно, если честно. Вообще очень невкусно все. Бэ-бэ-бэ. Ну, можно мне так в игровую или нет? В игровую.
Можно? Да, иди играй. Все, ребята, отлично, нам разрешили. Теперь мы сейчас пойдем поиграем, и потом начнется самый трэш. Досматривайте это видео обязательно до конца. Смотрите, мы спустились в игровую. Ну, для начала ее, естественно, еще, конечно, нужно поставить, потому что сейчас у нас здесь баскетбольное поле. Сейчас, ну, давай, ставь. Тут всего лишь три площадки. Тут бассейн, баскетбольная площадка и, получается, детская зона. Тут всякие горки. Ну, короче, вы поняли, игрушки и так далее. Ну, я долго буду ждать. Подождите, она что, не понимает, что нужно нажимать? Там же все просто. Пул — это бассейн, естественно. Так, ну, что там понимать? Я не могу понять, алло. Ну, нажать так сложно, что ли? Что ты ставишь? Нет, я тут играться не буду. Не-не-не-не-не, алло. Нет, мне такое не подходит, алло. Ну, смотри, тут всего-то, считай, две кнопки, ну, вообще три, но смотри, бассейн платный, у вас премиума нету. И, естественно, как бы, ну, всего лишь из двух кнопках вы не можете выбрать, вы серьезно? Капец какой-то. Ну, ладно, спасибо большое, что вы хотя бы поставили мне как бы уже тут игровую. Наконец-то, спасибо вам огромное. Короче, ребят, я считаю, что потихонечку можно будет уже их пранковать. Я думаю, я особо уже относительно влилась в доверие, да, я считаю так. Нужно как-то их, может, из дома выгнать, типа, чтобы они сходили, например, мне в магазин за мороженым или еще куда-нибудь, ну, купили игрушку, в общем, что-то такое вот банальное относительно придумать. Ну, знаете, чтобы за мной прям не бегали, чтобы я могла спокойно ограбить их дом, как-то, может, наставить, засрать что-то пропсами, всякой едой, тарелками. Ну, в общем, ребят, вы поняли, да? Так, смотрите, как бы их отсюда выгнать. Ребят, смотрите, они тупо ходят за мной. Как мне ограбить? Я не знаю. Ну, смотрите, они вроде сейчас за мной не пошли. Может быть, у меня даже получится их ограбить. Ребят, я на это надеюсь, пожалуйста. Смотрите, они тупо ходят за мной. Вот как мне их сейчас ограбить? Ну, я просто не представляю. Меня могут забанить. Она, смотрите, пошла за мной. Он там тоже что-то ходил за мной. Короче, давайте. Я написала, чтобы они сходили в магазин за мороженым, к примеру. Она написала сейчас. Ну, хорошо, иди тогда. Я жду. Пока вы уйдете, я вас ограблю. Тут позасираю немного в доме, да, всякой всячиной, пропсами, тарелками, всяким хламом. В общем, да, чтобы было весело. Так, где там он лазит? А, ребят, он, смотрите, сидит там за компом, что-то там работает в банке. Так, вы идете. О, ребят, она мне мороженое дает. Я думала, вы уйдете из дома, как бы. Не, но мне надо, чтобы вы ушли. Алло. Ну, пожалуйста, уйдите. Ребят, хотя, смотрите, они на первом этаже. Давайте быстренько, быстренько вот так вот сейчас. Давайте я убираю. Это так, быстренько, быстренько. Давайте быстренько. Нажимаю на цветочек. Все, открылось. Запрыгиваем. Сейчас оно закрылось уже. Отлично. Давайте сейчас я уже убираю вот это вот все. Да, игрушку, чтобы можно было денежки забрать. Так, если что, вот так вот будем телепортироваться быстренько, чтобы нас не забанили. И давайте вот так бабах. Все, ребят, забираем денежки. Ну что ж, выходим. И давайте сейчас посмотрим на их реакцию. Реакция какая-то странная, они просто убрали дом. Что, я думала еще поприкалываться над вами? Не, в смысле, поставь дом обратно, алло. Я просто захотела вас пранкануть. Ребят, мне кажется, что она теперь меня забанит, если я опять зайду в ее дом, потому что она его переставляет. Короче, я к ней уже возвращаться, наверное, не буду, потому что она может меня вообще убить. Так, все, нам такое, ребят, не надо. Мне кажется, она немного злая будет. Потому что, ребят, я ее как бы ограбила, и возвращаться к ней, если честно, я не особо хочу. Она написала пон. Да, пон. Ну, давайте напишем «ищу маму», что ли. Может, кто-то откликнется и мы кого-нибудь еще попранкуем. Ребят, если вам понравился этот видосик и вы хотите, например, какую-то вторую часть, то обязательно ставьте минимум 5000 лайков, и я постараюсь снять более жесткое продолжение, найду себе какую-то маму и буду их люто пранковать. В общем, обязательно ставьте лайк, кто еще, не дай бог, ребят, не поставил. В общем, всем спасибо большое, кто досмотрел это видео до конца, и всем пока-пока!